Хорошо. Да, в преддверии великого праздника Дня Победы Всероссийская политическая партия «Единая Россия» на всей территории, где есть наше региональное отделение, вручает подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Мы сверили списки в каждом субъекте Российской Федерации, в Луганской и Донецких народных республиках, для того, чтобы не забыть ни одного ветерана Великой Отечественной войны, в том числе и детей, которые были в концлагерях. Потому что то, что они выжили, то, что они сохранили любовь к своему отечеству, находясь в лагерях не по своей воле, это тоже заслуживает уважения. Поэтому эту категорию наша партия тоже не забыла. И вот сегодня, сейчас, вместе с «Единой Россией» Луганской Народной Республики, вместе с волонтерами Победы, мы даем старт этой очень важной гуманитарной победной акции. Во всех городах и районах Луганской Народной Республики с сегодняшнего дня мы будем посещать ветеранов Великой Отечественной войны, вручать им очень хорошие, поверьте мне, подарки и вручать приветственный адрес от нашего руководителя, секретаря Генерального Совета Андрея Анатольевича Турчака. Именно именные каждому ветерану Великой Отечественной войны. Естественно, мы не забудем и тех ветеранов, которые сегодня живут на освобожденных территориях. Мы дополнительно там изучаем списки и никого не забудем. И Попасную, которую скоро освободим, мы тоже им вручим. Лисичанск и Северодонец, которые в стадии освобождения, мы туда придем и тоже вручим. Мы никого не забудем. И эта акция будет продолжаться до тех пор, пока каждый ветеран Великой Отечественной войны не получит этот подарок. Но мы надеемся, что эта акция у нас пройдет до 9 мая, потому что огромное количество и желающих членов партии «Единая Россия», и волонтеров Победы хотят принять участие. Поэтому мы разбили по секторам, по городам и районам нашу работу, и сегодня ее начинаем.